Всем привет! Сегодня 12 мая, Московская область, и хочу высадить капусту раннюю и поздние, среднепоздних сортов. Погода на нас вообще не радует. Сегодняшней ночи до конца недели будут похолодания, ночью до плюс 4, днем до 8 градусов тепла. Ну, самое время посадить капусту. Чем плохо в средней полосе, то у нас нет стабильной погоды. У нас то жарко, то холодно. Чего-то среднего нет. Итак, это рассада ранней капусты, сорт Пандион. Сейчас вот идет, видите, капельки, дождик мелкий, но я все равно решила высадить капусту. Это капуста брокколи, цветная капуста. Цветная капуста в этом году почему-то плоховато всходит, а здесь у меня рассада килотон, мегатон и ленокс. Это уже среднепоздние и поздние сорта. Места совершенно мало, смотрите, какая у меня шикарная рассада. Подготовила участок земли для высадки растений. Каждый год здесь сажаю, землю готовлю с осени. Здесь я ее раскислила, добавила доломитовую муку и компост. Такая вот замечательная земля. Почему нет травы? Потому что ранней весной, это примерно в марте, я закрыла всю эту землю с укрывным материалом, чтобы не росла трава. Поэтому сейчас его сняла, вырвала чуть травы, и все, у меня уже участок под капусту готов. Высаживать буду так. Сначала высажу поздние сорта, а уже между этой капустой я буду высаживать раннюю капусту. Ранняя капуста уйдет у меня быстро, вырастет и уже даст место для поздних сортов. Ничего у меня такого грандиозного высадки нет растений. Просто буду делать лунку, добавлять древесную золу. Это мне собирают соседи из печи, угощают. И все. И полью. Больше ничего. И через недельку я пролью зеленым удобрением. Готовлю его каждый раз. Уже сделала. Замочила настояться, чтобы все. Больше у меня, в принципе, особого ухода за капустой нет. В общем, сейчас по-быстрому буду высаживать, потому что крапает такой мелкий противный дождь. Высадила средне-поздний сорт с этой стороны. Здесь рассада помельче. Это поздний сорт Ленокс. И уже между этой рассадой я высажу раннюю капусту.
Все, в течение 20 минут я всю капусту высадила. Как раз между среднепоздней это ранняя. Смотрите, уже качан завязывает, она отойдет быстро и не будет мешать поздним сортам. Высаживала не глубоко, вот чтобы не засыпать землей вот эту серединку. В принципе, как росла в земле, так я ее высаживала. Чуть-чуть заглублением. Буквально это, чтобы ее на ветру не трепало. Так, и мне останется, это уже будет завтра или послезавтра, высадить брокколи, цветную капусту. Буду высаживать на такой же участок возле большой теплицы томатной. Тоже так мы огородили. Там будет высадка. А это перечно-огуречная теплица. И возле нее я каждый год высаживаю поздние сорта капусты. Ну вот, в принципе, и все. Саму лунку я не поливала, потому что земля сырая, вон дождь идет. Просто пролью сейчас небольшим количеством воды саму луночку и все. А уже через недельку, как я уже говорила, полью зеленым удобрением. Биогумусом при высадке я не пользовалась. Мои черви-старатели не успевают его производить. Очень большое количество ушло для высадки в теплице томатов, перцев, огурцов, баклажан, ну и так далее. Поэтому будет биогумус. Еще вокруг приствольного кружка я рассыплю по горсточке биогумуса. Ну, это когда уже он будет. На этом все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!